Информационная служба телерадиокомпании «Гомель» протягивает свою работу в эфиры. У студии працует Наталья Игнатенко. Витаю вас, глядите в этом выпуску. На Гомельском химическом заводе сегодня прошло поширенное посяджение Союза наймальников. На Гомельщине протягивается акция БРСМ, накированная на ликвидацию наступства снежного циклону «Аксель». Мазырский центр циркового мастерства «Арена» другий год запр представить нашу краину на престижном международном юнацким фестивале у Монте-Карло. И больше подробязно об этом и не только. На Гомельском химзаводе отбылося поширенное посяджение Совета областного союза наймальников. Обмерковали у тым лику и пытанні экологии. На территории Гомельской области находится шмат промысловых предприемств. А кроме продукции, выниками их деятельности з'являються и отходы. У середнему году их у регионе створается каля 3 мільйонаў тонн. У идеале амаль усе яны повинны не заховываться, а выкористовываться другасно. Зараз в области каля 63% от агульной колькасці отходов утягивается у господарчую деятельность. Еще 2 года тому эта лічба складала 42%. У войсковой части 55-25 начался новый навучальный период. После урочистого митингу военнослужащие приступили до занятков. Навучальный период тягнется полгода и традиционно начинается с занятков по технике безопасности. Захование здоровья и життя особистого состава – приоритетная задача для командиров. Азы оказания первой медицинской допомоги, правила обыходжання со зброей и эксплуатации техники. Военнослужащим наглядно продемонстрировали махчимые наступства, до яких может привести порушение норму безопасности, как по час несения службы, боевой подрыхтовки, так и в повседневном житті. Требования безопасности – это самое основное, что может обеспечить дальнейшее выполнение задач. То есть на своих занятиях, комплексных занятиях по мерам безопасности мы доводим личному составу требования безопасности при несении службы, где задействуется наш личный состав, при проведении различного рода занятий по боевой подготовке, проведении хозяйственных работ, работы на технике. Задачи на новый учебный период – дальнейшее повышение эффективности боевой подрыхтовки и готовности военнослужащих до выполнения службовых обязанностей. У школьников завершились зимовые каникулы, тому областная держаутоинспекция закликая водителей быть больше уважливыми и осторожными на дорогах. Аутоматорам треба повысить пильность при проезде пешеходных переходов, побач с установами эдукации и у дворах домов. Держаутоинспекция так само нагадывая батькам об необходимости повторения со своими детьми правила дорожного руху. Особливую увагу при этом треба надать алгоритму перехода проездной частки. У минулым годе здарылося больше, як 330 ДТЗ с уделом неполнолетних, у яких 18 детей загинули и 300 отримали ранение. Водителям на пешеходных переходах обязательно в порядке пропускать детей, которые часто выходят из-за припаркованного транспорта, и их можно увидеть в последний момент. Поэтому в зоне действия знака «Дети» необходимо водителям быть более внимательными, осторожными и снижать скорость. Также не забывать родителям о том, что у ребенка должен быть обязательно световозвращающий элемент, так как дети идут в школу, возвращаются с нее в темное время суток. До того ж, на гэтым тыдні на Гомельщині захаваецца зімовы характар надвор'я. З гэтай нагоды абласная дзяржаўтаінспекцыя таксама заклікае вадзіцеляў быць больш уважлівымі і асцярожнымі на дарогах. У бліжэйшыя дні прагназуецца мяцеліца. У такія складаныя умовы надвор'я варта быць асабліва пільнымі ўсім удзельнікам дарожнага руху. Аўтаномны пажарны апавяшчальнік выратаваў жыццё мужчыне ў Петрыкаўскім раёне. Поведомление об пожаре в жилом доме поступило до выратовальников сегодня ночью. Когда супрацовники МНС прибыли на место здарения, дом был полностью охоплен огнем, дах разбураны, до того же сновала погроза пожару для соседей. Однако главное – отсутность потерпелых. Мужчина, який находился у доме у моменту сгорания, прочнулся, когда почул гук автономного пожарного оповещальника, после чего одразу выбег на улицу. Протягивается волонтерская тимуровская акция, накированная на ликвидацию наступства снежного циклона «Аксель». У ее задейничано больше, как 300 активистов громадских организаций. Волонтеры руху БРСМ «Доброе сердце» и пионеры-тимуровцы помогают пожилым людям и социальным установам расчистить снег на дворовых территориях. Больше, как 100 человек отримали допомогу волонтеров, 20 зворотов поступило на горячую линию. У каждом районе организованы оперативные штабы. Люди, которые не здольны самостоятельно очистить снег на своей территории, могут звертаться у районной организации БРСМ с 8:30 до 17:30. Волонтеры примут заявку и домовятся об часе оказания допомоги.
Мазырский центр циркового мастацтва «Арена» другий год запар представить нашу краину на самым престижным международным юнацким цирковым фестивале «Новое поколение». Он пройдет 4 и 5 лютого в городе Монте-Карло. Запрошение артистам пришло непосредственно от имя Архкомитета по проведению циркового форума. На фестивале каждый год демонструются самые лепшие цирковые номеры из разных краин. Удел у им лишится высшим достижением для любого артиста. У Монте-Карло выступить канатоходцы арены. Яны представить технично вельми складанный номер, як и обсталяванне для его. Яно будет доставлено с Мазыра, а у составе делегации будет и специалист по установце. Дарэчы, номер юных артистов отримал гран-при на международном фестивале у Киеве, який проходил у минулым годе. Жлобинский городский центр творчести детей и молоди «Эурика» сёлета означит свое 20-годие. На рахунку выхованцев установы шматликие премии и узнагороды престижных международных конкурсов. Напередодні юбилея городский центр творчести «Эурика» наведал наш корреспондент Дмитрий Котов. Жлобинский ансамбль спортивно-бального танца «Элегия» – это одна великая и згуртованная творчая семья, где каждый готов прийти на допомогу и поддержать один одного. Зараз тут занимается 5 взрослых групп, усяго около 150 детей, самым молодшим из яких 6 годов. Есть тут место и переемности поколения. У молодшей группы научают выпускники ансамбля. Занимаемся мы с самого детства, очень это нравится, это для нас уже как жизнь. Ну, многие занимаются даже с лет 6, вот Максим занимается уже около 10 лет. Я немножко меньше, но все равно понимание того, что это просто превосходно, пришло почти сразу. Мы всю себя отдаем танцу. Для меня танцы – это как профессиональное хобби. Я занимаюсь этим, потому что мне это нравится, потому что я могу достичь в этом направлении больших успехов, что мы и делаем. А в соседней зале Жлобинского городского центра творчести детей и молоди «Эврика» свое майстерство оточивают юные рукодельницы. Народная студия декоративно-прикладного и выявленшего мастерства объединяет креативных и метанакированных школьниц. Мы изучаем различные виды рукоделия. Дети учатся шить как вручную, так и на машине. Шьют различные игрушки, куклы любят шить. Также делаем различные сувениры для разных праздников, вот, которые им тоже очень нравится делать. И панно, и картины, и игрушки, и подарки, особенно для родителей, очень любят делать. Нельга обойти увагой без перебольшения самый веселый гурток Жлобинского городского центра творчести детей и молоди «Эврика». Его керавник – удельница шматлики гульняў клуба веселых и знаходливых и вядомых телевизийных гумористичных проектов Марина Борискова. Ее головный девиз – «Исти с усмешкой по житті». У гуртку веселых и знаходливых я научить правильному умовлению, не бояться сцены, камер и глядачов. Для самых маленьких – занятки по сценичной мове и актерскому майстерству. Детей, которые занимаются у средней и старейшей группы, Марина Борискова учит писать жарты, а потом выступать с ними на городских и областных конкурсах. Ребята некоторые занимаются уже несколько лет, и видны их результаты. Я имею в виду, да, действительно, сценическая речь. Мы учимся правильно говорить, особенно что касается выступления на сцене. Мы учим правильно себя вести на сцене, как нужно выходить, где нужно улыбаться, как отыгрывать разные роли. Это серьезная роль, нужно плакать или нужно смеяться. То есть этим всем мы занимаемся. Но еще очень важное место в подготовке начинающих КВНщиков занимает написание шуток. Это самый сложный момент, особенно для малышей, которые приходят помладше, старшим уже как-то проще сориентироваться, у них уже что-то есть в голове. Но у малышей тоже бывает, что они приносят из дома такие смешные, интересные ситуации, которых даже не нужно придумывать, просто аккуратно их обыграть, и это уже будет готовая шутка. Сегодня объединение по интересах Жлобинского городского центра наличивают свыше 1000 хлопчиков и девчинок. Тут працуют шматликие гуртки, накированные на развитие интеллектуальных и творчих здольностей школьников. В установе навод створенная своя уникальная карта, якая адлюстровывает основные направки деятельности. Так само лесвица заповедных жаданий, якая, коли верить выхованцам, допомагая их досягнуть. Вся система нашего центра построена. Мы играем в игру, называется «Детская академия наук». Если академия, я ректор, у меня есть деканы, у меня есть магистры, которые ведут занятия. И дети, включившись в эту игру, тоже имеют получить звание бакалавра первой степени, второй, третий, звание магистра. И самое последнее у нас – почетный член академии. Почетный член академии – это те, кто занимается 12-13 лет в центре. И у нас такие есть. У нас есть праздник «Большой бенефис», когда мы подводим итоги года. Там вручаются ленты почетного члена академии. Мы провожаем выпускников, чествуем дебютантов. То есть наши
игра Детской академии наук очень оправдана, и она как раз и дает вот импульс к тому, чтобы дети приходили, здесь интересно, здесь по-семейному, здесь по-доброму. Также организация работы в шестой день. У нас каждую субботу проходит дело и для школьников, и для наших эвриканцев, как мы их называем, которые приходят, занимаются здесь, получают удовольствие от того, что они пришли сюда. За 20 годов існавання Жлобинский городский центр творчества детей и молоді «Еврика» завоевал шмат дипломов и узнагород. И сёлета его вихованцы сподіваються на новые творчие поспехи. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель» со Жлобина. Волонтерский рух по обороне бездомных живел «Подари им шанс» звертается до усіх неабыяковых людей с просьбой об допомозе. У снежни у Гомеля одразу 15 котов за одной семьи опынулися на улице. Уже маль месяц гомельские волонтеры спробуют уладковать гэтых бездомных гадаванцев у добрые руки. Покуль новую семью здобыла только одна кошка. Подробязности гэтай невыдуманной душесчипальной истории у материале Вероники Ворошилиной. Гэтых прыгожых, ласкавых и удячных котов объединяла одинная трагичная история життя. Ранее они имели постоянное место жыхарства и были окружены любовью и клопотом. Без дома застались прикладно месяц тому, коли померла их господыня. Теперь у пошуках новых господаров яны вымушены переезжать по кватерах волонтеров гомельского руху по обороне бездомных живел «Подары им шанс». Все котейки были очень напуганы, они до сих пор уже месяц прошел после, то есть мы их забрали в декабре месяце, в середине декабря. Прошел уже месяц, но они до сих пор находятся в стрессе, они до сих пор, многие из них болеют. Делаем все возможное для того, чтобы их вытянуть с этого состояния. И на сегодняшний день для нас очень актуальна передержка для этих животных. Ну а лучше, конечно же, ПМЖ, для того, чтобы животные могли обрести все-таки второй шанс на жизнь. Усе гэтыя жывёлы, якія па злым року лёсу засталіся без дома і гаспадара, зараз знаходзяцца на часовай ператрымцы валанцёраў і неабыякавых людзей. Пакуль яны жывуць у самых розных умовах, аднак усе як адзін пад пільным штодзённым наглядам гомельскага руху па абароне бездомных жывёл «Падары ім шанс». Галоўная задача – знайсці пастаянную сям'ю для кожнага. Усе каты прышчэпленыя і стэрылізаваныя, а таксама яны адаптаваны да чалавека і кватэры. Ужо амаль месяц гомельскія валанцёры спрабуюць уладкаваць сваіх бездомных гадаванцаў у добрых руки. Покуль новую семью здобыла только одна кошка. Брать до себе дорослых живел многие люди по разных причинах остерогаются. Але треба памятать, что браты наши меньшие, якія побачили в уличное житё, заусёды больше отданные и удячные своим господарам. Совет для будущих хозяев один. Любовь прежде всего. Если вы любите животное, если его взяли с душой, он никогда вам ничего делать плохого не будет. Они все понимают. У меня дома все в любви, и поэтому все у меня поправляются хорошо и пристраиваются хорошо. И слава Богу, дай Бог, чтобы дальше так было, потому что ради этого мы их и спасаем, чтобы они находили семьи, достойные их. Дарэчы, тым, хто яшчэ дакладна не вызначыўся, ці гатовы ён узяць пад сваю пастаянную апеку чацверанога гадаванца, валанцёры раяць прыглядзецца да жывёл падчас часовай ператрымкі. Мы даже предлагаем такие варианты, что если человек еще не до конца понимает, нужно ли ему животное в квартире, нужно ли животное его семье, он может взять на передержку животное, посмотреть, как к ним будут относиться дети, как к ним будут относиться родственники, как животное будет относиться к ним, и уже для себя определиться, нужно ли им это. У целом история волонтерского руху по обороне бездомных живел «Подары им шанс» неколи почала писать звычайная жыхарка областного центра Светлана Лапо. Сегодня у лику ее помощников 40 человек. На часовой пиратрымце волонтеров больше як сотня котов и собак. Больше из них опанулись на улице за бездушности и жорсткости своих господаров. Усяго за годы існавання волонтерского руху «Подары им шанс» выратовано больше як 1000 бездомных живел. Шмат зроблено порашэнне их проблем. У Гомелі зараз так само працуют специальные пункты, куда неабыяковые горожане могут принести корм, леки и иншие необходимые принадлежности. Выбрать себе четвероногого сябра або оказать допомогу волонтерскому руху по обороне бездомных живел «Подары им шанс» заусёды можете и вы. Отримать больше подробязную информацию можно по телефону, який зараз бачите на своих экранах, або у группах «Подары им шанс» у социальных сетках. Вероника Ворошилина, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Вы глядели информационный выпуск телерадиокомпании «Гомель». У студии працавала Наталья Игнатенко. Мы сочим с развитием подій у Гомелі и в области. Заставайтесь с нами.